Калькулятор Сыван, я Баскет Матик, 69К ютубчик, и сегодня я покажу, как сделать видеочат или стрим на канале или в чате. Да, по обсуждению. Блин, дурацкая пластина. Короче, заходим в любой чат, нажимаем на... Ну, нажимаем сюда, на название канала и на аватарку. Потом нажимаем на три точки. И потом начать видеочат. Ну, у меня нету интернета, это жалко. Короче, я сейчас подключусь, все будет хорошо. Вот, выбираем любой аккаунт, канал или... чат или личный аккаунт. Да, мы нажимаем выбрать, и когда выбрали, нажимаем на начать видеочат. И когда мы начинаем видеочат, вот так вот. Это как стрим, только ну вот так, короче. Ну вот так можно создать стрим или видеочат. Но с вами, как всегда, был BasketMatic79K, YouTube ЧГ. И все, пока!